Взвешивание для участников турнира UFC 270. В главном бою действующий чемпион в тяжелом весе Фрэнсис Нгану. Смотрим, справились ли бойцы. 247 pounds, the official weight for Bongama Sirogan. 247, 6'4. Фрэнсис looked a lot thinner. Я с претендентом Сириллом Ганном. Сирилл, это большая возможность для тебя. Завтра ты будешь драться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Расскажи нам, что думаешь о Фрэнсисе, как о сопернике и что это для тебя значит. Это безумие. Всего 3 года в ММА, и я сделал то, что я сделал. И то, что это будет мой бывший сокомандник, это нечто особенное. Жду не дождусь. Мы тоже. Увидимся завтра. Удачи, сэр. Дамы и господа, Сирилл Ганн. Я с чемпионом. Фрэнсис, возможность защитить свой титул против человека, с которым ты тренировался, что для тебя это значит, и как, по-твоему, закончится бой завтра? Да, защитить титул очень важно. И важно напомнить всем о том, что я чемпион. Завтра я сохраню свой титул, закончив взрывным нокаутом. Удачи, сэр! Чемпион, дамы и господа, Фрэнсис Нгану.